Гранат – восточный король фруктов, рубрика «Узбекская кухня». Гранат – один из древних плодов, известных человеку. Он всегда был популярен на Ближнем и Среднем Востоке, а также известен в Древнем Риме. Родиной граната принято считать Северную Африку и Среднюю Азию. На Востоке гранат считают символом плодородия, изобилия и дружеских чувств. Также на Востоке с древности считают королем плодов. У него поэтому и корона на макушке имеется. О целебных свойствах граната писали многие ученые и философы древности. В обычаях многих народов зерна граната считаются символом нерасторжимого брака. На Востоке цветки и плоды граната символизируют удачу, поэтому, идя в гости, часто предпочитают носить с собой гранат. Гранат – растение удачи. Подписывайтесь на наши страницы и знакомьтесь с культурным наследием Узбекистана. Listen.